Приветствую вас, друзья. Очередная суббота. И пока что пусто. Только приехал. 6:30. Сейчас только перекупы на местах. Рынок пуст пока что. Вернее, предрыночные точки. Видите, никого нет. Дождик у нас. Всю ночь лил такие тучки, несмотря на то, что уже распогодилось, но продавцов это напугало. Но ничего, в принципе, была чуйка, что можно вообще не ехать или не ехать рано, но бессонница вносит свои коррективы, поэтому подождем открытия, все-таки попытаемся что-то интересное найти, поснимать. Не забывайте, друзья, о сообществе группе Viber. Ссылочка, как всегда, будет в описании под видео, в закрепленном комментарии. Масса предложений от различных продавцов. Так что добавляйтесь, подбирайте, может что-то для себя интересное увидите. Так, друзья, открылся рынок. Сейчас у нас 7 часов ровно. Вы видите, с продавцами не густо. Вот такими локальными кучками. Там, где кто-то есть, сразу набегает толпа. Погуляем, раз уже приехали. Но особо чего-то интересного сегодня ожидать не приходится. Вот это правда. Какая-то такая тарелочка необычная. Ага, Будда. Старенький. Ну, симпатичная хоть такая. Как говорится, простоватая, но тут тоже Будда. Стенс. Это вот древняя модель. Современную. Да, не, ну понятно. Да? Жара. Кругом жара. А причем такие книжечки? 50 гривен. Вообще недорого. Медицина он по 50 гривен. Абсолютно недорого. Какой прикольный самовар. Красота. Интересный. В общем, друзья, рынок, к большому сожалению, ни о чем. Крайне жалею, что я встал. Че я встал и че я сюда приехал? Ну, подождем еще. Погуляем, может кто-то подтянется с чем-нибудь интересным. Нормальное пожелание. Какой же неизвестный работ. Не, именно такой насидочка открыл. Ну пока, друзья, нечего вам показать. Очень хочется что-то хорошее, но. Ой, видите, что творится. Балетя! Дорогие товарищи! Балетя! Мужик в шляпе интересный.
Просто посмотри. Ну, ничего. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Что тут? Тут тоже ничего не вижу. Ну-ка, ладочки. 500 на видео. Прикольно. Работа. Работа кипит, работа идет. Там все куда-то идут. Такая себе барахолка, еще более такое себе видео будет, если будет. Смотрите, что увидел. Видите, такая красота. И клеймо. Кисловодский фарфор Феникс. Ручная работа России. Это современный Кисловодск. Как там, видите, называется Кисловодский фарфор Феникс. Я встречал раньше. Раньше современный Кисловодск не попадался. Такой вот мини-эксклюзивчик. Там железяки всякие. Все, что вашей душе угодно. Дождик начинается опять. В общем, кино и немцы. И немцы без кино. Что ты сделаешь? Как суббота, так погода совсем не летная. Там толпа. Сейчас пойдем, будем глазеть. Это раз уже. О. А почем вафельница? Почем 350? Она рабочая? Да, конечно. Поближе посмотрю. Симпатичная шейбота. И ножки есть. Ага, это еще тогда старая. Ага, да я ориентирую. Я знаю, то я смотрю. Крепление бы есть такое, что легко провод достается. Есть такое похуже. Что прикольное, что. Ну, тут я лежал уже, когда-то пользовались. Уехали в Польшу, жена говорит, продавай ее. Да-да, нафиг оно надо. Прикольно. 91-й год. Я балдю. Такая погода. Интересно. А за 250 не отдадите? За 300. За 300. За 300. Ну рабочая точно, да? Ну все, питань немає, я вам доверяю. А есть какой-нибудь мини? Я доверяю людям, что. Я знаю поэтому. Я там всегда стою. Я знаю, поэтому я же вам верю. А есть какой-нибудь кулечек, что-нибудь кинуть? Киньте, пожалуйста. Так, покупаем. Первая покупка. Еще одна вафельница. Какая у нас тут? Ой, вот. 83-й. Еще более раритетная штука. Такс. Что-то. Сейчас. А за 250 будет? Да.
так вот. Дешево поставили. Сегодня вообще у меня стояло. Да я уже одну купил, я понял. Я просто вижу, 250. Да, просто провода, я понял, не понял. Нет, там просто нет. Проводок чуть-чуть под замену и ручку надо крутить новую. Поэтому. Много, понял, понял, питань нема. Такую за 300 не хочу. Есть свои нюансы. А почем такой? 50. Ну вот так что-то. Мама, что не надо. Интересный. Интересный петушок, ну. Трещин много. Возможно, что-то раннее. Так, идем дальше. А почем лампа такая? 300. А стекла у него нема? Стекло — это уже ваши проблемы. Понял. Фитиль ваши тоже. Фитиль-то не проблема, а стекло чуть-чуть хуже. Не, стекло понял. Продается. Да? 50 гривен на один. Понял, тогда. Подумаем. Подумаем, подумаем, дякую. 300. 300. 300. Мы с Жекой за 200-250 продавали. Со стеклом. Так, что там уже у ребят? Ничего не вижу. Там новые ребята. Будем глазеть. Набор ложек 700 гривен. Эти руки не для скуки. Идем дальше. Такой комплектик. Удочка, катушка. 150 гривен. Вроде как. Я пришел погулять. Ничего. Душку надо подогнуть, не заметил. Два кольца поставит. В общем, в таком виде 150 гривен. Что-то. Что такое? Постарать. А почем такой? 200. Такое для меня. Спасибо. 200. В том что-то вижу интересное. Тарелочка интересная. О. А почем такая тарелочка? 100. Интересно. Женщин кто-то выбросил или продает. Такие красавицы. Долго показывать нельзя, YouTube заблокирует. Погодка продолжает не радовать. Вот у нас гномик. Еще не гномик. Мяч футбольный Russian. Такое вообще. Не, это какой-то аналог гномика. Иностранный бэби-цикл.
Интересно. Он еще и мигает. Я думал гномик советский, похоже. Еще и сигнал. Все времени хороший. Не, хороший. Как можно звать? Не убито ничего. Бомба. Всего лишь. Класс. Это что такое? Раньше. Класс. Да побича смогут за такой. Побича, говорю, сейчас могут за такой. Чего это? Хулиганов много. Сказки не рассказывайте. Это то время я стал в гараже валялся этим мужикам. Так я ж к вам не без претензий. Людиш. Так я понимаю, ёмон, это тоже. Людиш, давай поговорим. Ну, про союзе как были. Машины российские так и остались. Жигули, Лада, всякое. Все ж есть. Ну, всё, слава. Да. Ну, так и сам, едем нормально с этим. Ну да, согласен. Хороший мужчина, добрый. Вот он и прав, наверное. Куда пойти, кому отдаться? Там вон что-то толпа. А так рынок и происходит, когда мало продавцов. Что-то найти практически нереально. Ой. Сколько стоит? Ну это конфликт. 150 и полтинник. Подушка, что-то еще 150 гривен. Масочка интересная. Слышал, спрашивали. 700 гривен такая. Магутное стекло. Прикольно. Тяжелое. Целенькое. Цветочки, розочки. Еще всякие молочники тут аж. Клеймо, зава. Такая штука. Подскажите, если кто ориентироваться, что это такое вообще? Ну а тут 30 гривен. А тут 30. Вот это сколько? Улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан. Улыбнитесь. Ордена, значки, медали. За трудовую доблесть, за трудовое отличие. Как ты можешь видеть вверх ногами? А это Чернобыль. Ну, а ты ее смотришь? А я знаю. Смотришь? Фамилию смотришь вот такой. Это ж кто-то смотрел, перевернул и думает, потом приду заберу. Нет, я когда уже так вниз, постоянно. Когда слышал, забыл перевернуть, когда я трактирую. Никто не виноват. Это все оно само. Не, почему? Даже книжки писали, кто виноват, помнишь? Да, ты виноват. А что там? Кто-то должен быть виноват. Все, как вы тут ориентируетесь, боже мой? В смысле? Да куча всего, все оно разное, все оно вот это. Да. Ты понимаешь, когда я собирал на Ленобор, да, у меня темы были, да, разные? Здесь не стоит иногда собирать то, что дают, берут. Разнобой, конечно. Иногда ставят, допустим, ставь 1000, я говорю, ну, цена ему 300 гривен, ставь, возьмуть. Вот нашу, два. Не берусь. Одну я нашел. Там, кстати, хорошее место, я не вижу. А что это за? Это Ленин, троюродный брат Сталин. Троюродный брат Сталин. Слушай, нашел это, знаешь, напомни мне. Напомни мне вечером, чтобы я... Под стекло. Где нам взял? Надо разобраться. Ну давай, потому что... Только напомни мне, чтобы я снял. Хватит тебе, у меня она еще... Не, хватит там. Хватит. Туда не надо, там стоит такой человек. Тут кто-то украдет. Не украдет, а кстати тоже своя. Вот эти две твои. Я не помню. И бюст. Вот это редкая штука. Я же смотрю, такого не видел. Зачем они его сделали вообще? Это как папье-маше, наверное, да? То есть
бумагу придавить, все дела. Такое, ну, настольно, там, Ленинградский завод этот механический. И сколько стоит такая эксклюзивная вещь? А вы, почем продаете? Правильно. Сколько просишь? Я говорю, 400 сколько гривен. Просите? 400 гривен. Ну, если тебе надо, 300 гривен, дам для чаши, за редкости. Интересно. Так, 400 гривен. Ну, что-то редко, я таких я встречал много. Ну, да, это папье-маше, то есть это вы бумагу придавили и держите. Потому что Ленинградский завод, ты понял, да, они хорошее изделие делали. Ну, да, они не хуфли-мухли. Редко они знали хорошее. Собаку, будку посадили, да? О чем ты говоришь, я посадил его туда, у нас скоро родить будет, потому... Собака у нас. У меня товарищ был такой, да, знакомый. Козловка, Володя Козлов. Ну, мы с ним фотоаппараты, ты собирал, ты хочешь. В офисе, да, там, фильмач. В офис захожу, смотрю, камин. Тут стенка у них с этих кирпичей, какие-то рославских, ребро. И вот так сделано, ну, не ровно, а так. И каждую наверху поставил цветочки такие, не знаю, такие, и вьющиеся здесь, так красиво смотрится. И буквы, все буквы видно, какие-то рослав туда, все. Красота, ну, старые кирпичи. Захожу в офис, стоит большой-большой камин. Думаю, что такое там, вроде батареи и все. А то декоративный. Оттуда вылазит кофечка, подтягивается все. А девчонки сядут, говорят, что такое, что там кот горит. Там же жарко, я думаю, что горит. А на то-то имитация там. Там у нее котята. Пошел, штук шесть. Спят вот эти там. Так красиво, знаешь, как вот офис, да, вроде. Ну, ну круто. Оттуда кошечка. Круто. Ну, дизайн, понятие, человек дизайн умеет. Вот это что-то хорошее, да? Им это радует. И приходит, знаешь, работать хорошо, потому что погладили котенка, то что. Все это понятно. Это, наверное, что-то хорошее, да? Раз отдельно в пакетике. А документы же душ. Сейчас они 1500 сказали. Я хотел 2000 стать, но стал 2200. Дотрусил. Ну, 2000, значит, получу, я думаю. Слушай, что-то не дешевое. Бо отдельно в пакетике, да, всем вот делом. 1500 без документов. А у нас сейчас документы 2500. А люди 200, это же. Я хочу просто 2000 поставить. Это вы в молодости? Да. 3-3-3 дедушка. Ну, чекист. Ой, какие галифе, да, интересные. В наше время такие не были так, знаешь, галифе. А зачем оно вообще, да, галифе, непонятно. Ну, ну, зачем все вот это? Это щеки, чтобы, да, чтобы карманы наложить. А, чтобы... Ну, конечно. Хотя называют «Забачье сердце» Карсел там, да? Я чекистом называю. Да какой чекист? Дом управ. Не надо пиздеть. В то время дом управ все чекисты были. И зря он ходит в кожанке, а? Ну, да. Чекистка, все. Выдает. Просто люди такую кожанку взял. Иди не меня. Да, старая реально. И почем, например, такая фотокарточка? Когда ты, например, в Киеве собирают такие чекисты, они подороже, то я документы все сдал. Бумажка направляется туда-сюда. Ну, документы сюда, они все, все скупают. Если вы это можете, у них есть. То есть там это трудно, такая, друзья, история. Все, хорошего дня, не отвлекаю. О, тут красота. Ух ты, тут еще и книжки ты торгуешь. А чем? Всем торгуешь. Я думал, ты уже на посуду переключился. Зачем тебе книжки? Повестка на все переключилась. Правильно, надо подстраиваться. Под рынок, под реалии. Такая красота. Комплектики. Так. Вот когда собаку там убивали бешеными, на что мне могли собаку? Ноги. А почем такой комплект? Креманок, чемороженец? Ну, это получается сколько? Я не помню, 8 штук. 250 гривен. Друзья, 8 штук, 250 гривен всего. Видите, какая красота. Сейчас по книгам чуть позже подойдем, еще раскладывается, продавец там повыбивали. Подойдем по книгам, посмотрим чуть позже, чтобы не отвлекать. Так. Так. Хоть что-то, хоть что-то. Не фонтан, но хоть что-то. Да, не фонтан, но брызги есть. Тетя Катя сегодня бастует. Пустует место. Не хочет работать. Да и мы сейчас чуть-чуть еще, может, где-то что-то увидим. Друзья, нечего вам показать. Именно интересного. Приходится повторяться. Повторяться не хочется. Здесь видите какие-то платы. Те, кто шарит, какие-то транзисторы.
А почем топорик такой? 500. Ну, дорого. 50. Часики 250. Рыться не перерыться, друзья. Рыться не перерыться. Сколько всего для любительниц. А, Богу! Надежная хорошая. Маше не надо вот эти голуби. Маше, может, и надо. Там еще где-то есть. Там еще берите. А сколько они стоят? А вот. Кого? Голод. Ну, это Германия. А, нет. 400. 400. 400. Я не буду достать. Это хорошая цена. Хорошая. Там еще есть один голод тоже. А, вон рыбальческая. Как раз рыбак пришел. Да, я гляну, что там у вас. Рыбальческая. А, вот это и... Какие-то пружинки, какие-то убийцы. Люба, подойдешь. Подумаем. Рыбалка. Так, мачете. Обратно в рот, я вот так. Не-не-не, я много это самое перелазил в грудах, надо одеваться хорошо. 400 гривен. Какие дела? Книга. Видите, как интересно, акварель, рисунок и стамп. Станковая графика Москвы. Видите, какие книги интересные. Москва. 87. Голова не болела, я 68. У меня. Я думал, мне еще и доступ. 120. Там шахматы власти. И на самом деле они такие там. Да. Нормально. Тут доска хорошая. Ну да. Уже приехали. Смотрите, какая ваза. А ты знаешь, люди так мало сажать стали. Смотрел лопату, видите, она уступила девушке. Цапка 150, лопата 200. Для меня цапка чуть-чуть большего. Вы на правильном месте. Такая штука. Такая, друзья, штука. 700 гривен ваза, обалденная просто. Тяжеленная. Ваза просто бомба. Эксклюзив в нульцевом состоянии. Главный инструмент приобретения здоровья. Мастер-класс. Вот, смотри. О, у меня есть какая-то из частей. Вот это. Снимаешь? У меня первый том есть. Первый том, это в трех. А тебе почем? А? Почем они? Да. Это бомба. А сколько их всего, интересно? Всего три. Три есть, да? Томах,
Я же тебе говорю, что... Ну, это 500 гривен один или все три? А, все. Ну, друзья, обалденная штука, кстати, очень интересная. Для тех, кто занимается, здесь история становления культуризма, бодибилдинга. И упражнения, и как, что делать, правильная техника. Шварценеггер, мистер Олимпия. Да. Кстати, цена очень хорошая, их отдельно продают по 400, по 500 гривен. А здесь, видите, сразу мы имеем все три тома. Это Пушкин. Да, я так рано. Это в переводе Крачковского. Это книга черная. Вот. За 50 минут. Без 50 чтения. Нет, ну вот до 50 чтения. Москва, православный храм. Думал, еще нет. За что нужно для детей? Он убрал. Да, красная такая. Да. Ну, ты сейчас еще, пожалуйста. Сколько всего? В общем, контакт продавца есть, если кого-то что-то из этих произведений заинтересует, то можно писать, смотреть. Вот. Вообще на стойке 34. Библия в продаже. Минимальная цена находилась 2800. А нет, что христианство. Нет, у меня бывает, но сейчас нет. Я бывает для вкуса. Тарелочки. Тарелки это такое. Самое главное, грибы на месте. И грибы, и мед. Новая партия. Объедение. Все, что хотите. Я тебе продам Яву, и дачу, и москвич, и инкубатор, архивные ящики, арки для навеса, пианино и аквариум уличный с рыбками. Компрессор. Вот это ассортимент, я понимаю. Здесь у нас и Шевченко. Это 300 гривен. Что, все, что хотите, друзья. Служебник 100 гривен. На старорусском. Библейская история. Три книги. В интернете 2800. Здесь алло. Продавец продает за 500 гривен все три тома. Вот такие огромные. Да я дело в том, что я на базаре сейчас, я на работе. Такие дела. Много. Еще красоты. Опа. Слушайте, это крышка или то ли дно на сахарницу, да, это. Дно на сахарницу. Угу. По тридцатке. И вот. Ага, карамельные, друзья, есть. И вот это что-то новенькое. Синельникова. Ничего себе. Друзья. Старенькая Синельникова. Эксклюзив, раритет в одном лице. И всего лишь 70 гривен. Это у нас кто? Немцы, наверное. Не. Коростень. 200 гривен. А ты тоже ориентируешься, да, и в ценах, и в основном. Значит, тебя обучили, теперь можно ходить, интересные вещи искать, а продажи идут. Пепельница. Здесь всякие тарелочки нульцевые.
каменный брод. Ой, когось вбило, по-моему. Кого-то убило, там, по-моему, так бахнуло. Вот это у нас интересные всякие. Лопки. Опа. Хвостики такие. Венгры. Тоже, видите, там мы привыкли, что статуэтки СССР там и прочее. А на самом деле культура статуэток. Вообще, наверное, детализация такая, все нарисовано. Уже, да, венгры. Угу. Видите, друзья, другие страны, немцы, там венгры, у них история со статуэтками даже, возможно, побогаче, чем наше наследие. Таня, класс. Он полторы, да, по-моему? Да, да, полторы. Полторушка, мальчики. Видите, тоже кого заинтересует. Постоянно ассортимент статуэток пополняется. Даже несмотря на плохую погоду. Видите, даже несмотря на плохую погоду, все равно продавцы приходят и что-то красивое вам приносят. Сразу и клиент нарисовался. Такие дела. В принципе, друзья, на этом будем завершать. Ничего нового я уже не вижу. Да и как-то я уже устал. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам настроения, мирного неба над головой. И до нового выхода на связь.